Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить, і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Вітаю усіх зі студії Київ -ФМ». Це програма кава з молоком. Я Габріла Масанга. Ну і що ж? Не за горами вже новий рік. Тож сьогодні ми поговоримо про. Астрологический прогноз на 2022 год. И сегодня у меня в гостях астролог Маргарита Хаматова. Я тебя приветствую, Маргарита. Здравствуйте. Как твои справы? Дела? дела очень хорошо. Мне прямо сейчас намного комфортно, очень комфортно в этой атмосфере. Готова поделиться своими знаниями и провести наших слушателей в мир 2022 года и рассказать, что же нас все таки ждет. Тош, что нас чекает? В 2022 году, что нам пророкуют звезды. 2022 год для жителей Украины и для Украины, в принципе, станет годом таким достаточно тяжелым. Тяжелым почему? Потому что у нас будет включен аспект Луны и Сатурна. Луна, в нашем понимании, это народ, это мы, люди, и Сатурн — это такая достаточно жесткая планета, которая отвечает за дисциплину, за власть, и то есть мы всегда будем по лезвию ножа в этом году ходить. И в наступном уроке снова, мы сейчас ходили. На нас будет Будут еще немножечко больше давить но самое главное это э, не зацикливаться и делить все что нам будут говорить желательно на два потому что если мы будем впадать в состояние страха когда нам что-то говорят и мы этого боимся мы будем блокировать все свои проявления и соответственно наши результаты пойдут в никуда желательно э, расслабиться идти по своей дорожке делать то что мы и делали и с нами ничего не случится главное не засорять свою голову вот этими страхами, которые в нас пытаются вселить. Поэтому все будет хорошо. Более такой благоприятный э, будет конец 2022 года. Э, там уже хорошо сделать акцент на то, чтобы передохнуть и начать включать что-то в свою жизнь новое, расширять свои горизонты. А вот пока до сентября или до конца там августа 2022 года. Просто делайте, что делаете. Определенным знаком Зодиака, чуть позже об этом поговорим, нам нужно вкладывать больше. Определенным будут сведить какие-то трудности, но все мы справимся и главное верить лучше. Окей, супер. Оскільки Новый Рик у нас уже майже за тиждень, скажи, в чем встречать Новый Рик? Это, наверное, первое питание, которое тебе постоянно запитують все твои клиенты и друзья, напевно, И я тоже хочу узнать и все наши э, слушатели и глядачи в чем встречать новый год в каких э, кольорах має быть э, одяг, что має быть в будинку, як... какая должна быть символика начнем с того что у нас следующий год это год голубого водяного тигра тигр сам по себе это такой очень своевольный, это такое своевольное животное оно на самом деле очень любит других животных то есть он э, очень такой добрый, да, открытый, от него очень много энергии. И э, год 2022, особенно вот э, Тигра, начинается у нас с 1 февраля 2022 года и продлится до 23... Э, 21 января 2023 года. Но мы по традиции встречаем все с Нового года, мы уже готовы распростерты... с э, распростертыми объятиями к нему навстречу идти, поэтому э, самым важным

моментом, наверное, в этом году является то, что нужно не бояться экспериментировать. Понятно, что не нужно на себя одевать там и корону, и кольца, и какие-то пестрящие платья. Нужно выбрать что-то одно, но нужно быть яркой, потому что тигр сам по себе он яркий. И если вы хотите как-то выделиться, то либо украшениями сделайте акцент, либо какое-то платье неровного, да, асимметричного кроя, возможно какие-то рюши, возможно какие-то цацкие поетки. Uh -huh. Это все. Но главное выбрать что-то одно, чтобы это смотрелось дорого-богато, а не наляписто, скажем так. И э, нюдовые оттенки в обуви, нюдовые оттенки э, на маникюре. Это тоже очень красиво будет. То, что червон-нихти э, немалюемо. В этом году, я пожалуйста, говорю. друзья, давайте по по побережем наших мастеров маникюра от красного оттенка. Потому что я последний раз выслушала. Говорит, пожалуйста, говори, когда будешь прогноз на год, не говори, что красный, потому что все... Делают красные перед Новым годом. Поэтому в этом году давайте с вами сделаем акцент э, на светоотражающие лаки. Они сейчас, кстати, в тренде. Mm -hmm. э, вот э, лаки синего оттенка, темно-зеленого, не яркие тона, но которые очень э, благородные, скажем так. То есть, все оттенки бирюзовых, э, э, от, бирюзовые оттенки, серебро, золото. это все будет очень классно смотреться в этом году. И елку желательно наряжать тоже в этих оттенках. То есть э, год э, водяного голубого тигра. Тут э, голубой цвет два раза проигрывается, uh -huh. поэтому вот очень приближенно э, к этим тонам и нужно себя э, одевать, наряжать, украшать свой дом. Если касательно каких-то отдельных элементов в виде тигра э, дома, э, вы можете это делать, потому что я не могу сказать, что это играет роль, да, определенную, но вы можете это делать, потому что каждый человек верит во что-то свое, и, и кто-то подумает, что одев платье, ему будет достаточно, а кто-то захочет статуэтки тигра расставить, и это будет вселять в человека уверенность, что ему действительно э, это приносит удачу. Поэтому какая разница, что у нас будет дома, главное, что есть что-то, во что мы верим, и это может быть хоть тигр, хоть просто там елка в каких-то цветах, Хтось, це абсолютно, вот, кожного человека. Но я ж все таки э, думаю, що якщо э, щороку ставиш символіку Нового року, то все-таки вона. Захищає будинок від чогось там нечистого, страшного там, чи ще чогось. Ну, Все-таки існує така якби, думка. Тому перед Новим роком дуже часто всі дарують одне одному такі ці статуеточки. Я ще пам'ятаю, з радянських часів календарі були оці, знаєш, такі, так, навіть, так, так. які на стіну вішали. Так. Я хочу сказать, кстати, что э, почему нет? Если у нас есть год, я же не говорю там, что это неправильно. Конечно, если у нас есть год тигра, который приносит богатство, удачу и сам этот э, это животное, оно такое очень яркое по себе, то, э, конечно, наделяя свой дом какой-то символикой э, этого животного, да, то, конечно, мы будем наделять и себя, и свою жизнь этими качествами. Тогда, угу. я думаю, что это больше работает в плюс, чем в минус uh -huh. супер до яких знаки в гороскоп, гороскопу рик будет на для яких знаки в гороскопу рик будет най особый я знаю что ты скорпион поэтому для тебя в первую очередь <смех> <Супер>. <смех> это действительно... <laughs> почему так потому что тигр опять же буду повторяться огненная у нас такая достаточно животное и все uh, знаки огня eh, да это овен лев Uh, стрелец сюда можно отнести uh, скорпионы это все знаки которые в этом году вообще знаки у которых есть проявление вот такой вот агрессии какой-то uh... Напора, да, напора. Uh -huh. То они все в этом году будут успех, скажем так, получать. Но ну, просто некоторым это будет достаточно легче, как овнам. Овны они сами по себе uh -huh. достаточно такие активные люди, им не надо их звать куда-то. Они самые первые здесь и сейчас, что им надо все сделать. Немножко сложно будет близнецам. Я близнец, поэтому я уже себя морально к этому подготовила. Вот, Сложно будет в чем? Не потому, что будет что-то не получаться. Очень влиятельный год для близнецов в плане финансов будет. Потому что у нас сейчас э, лунные узлы вышли с оси, э, там в знак в знака близнеца, вот и у нас ретро-меркурий будет стоять в близнеце в середине э, года, там с мая по июнь месяц, но. Э, просто нужно брать и делать. Близнецам будут определенные ситуации, но эти ситуации, наоборот, сделают их сильнее и дадут возможность еще больше себя проявить, еще больше заработать, еще больше себя показать. Что касается водолеев, водолеи — это те люди, которым в этом году будет достаточно сложно, но, несмотря на все эти сложности, они все равно выйдут в плюс. То есть uh -huh. все какие-то кризисные ситуации, сложные ситуации в их жизни, они должны воспринимать больше с позиции что э, это пройдет, а не с того, что все идет на ухудшение, потому что мы любим себя накручивать, депрессивная музыка, какой-то дурацкими рассказами. Вот. Поэтому вот овны, близнецы, водолеи, скорпионы и стрельцы я бы выделила эти знаки. Вот им будет, скажем так, по отношению к другим знакам зодиака легче всего. Если брать в принципе людей, кому в этом году будет легко, потому что так сложно: все эти э, скорпионы, стрельцы там это все солнечные знаки. А у нас в натальной карте аж 10 планет, угу. есть миллион аспектов, которые друг с другом взаимодействуют, все планеты. И поэтому очень сложно судить, для кого будет. Потому что у кого-то есть один моментик, у кого-то другой, у кого-то третий. Лучше делать все это индивидуально, но вот общая картина такая. Но что хочется, посоветовать людям, которые не разбираются или не верят в астрологию, да, все равно они меня mm -hmm. услышат э, в том, что э, люди, которые э, проявили себя в период пандемии они в этом году проявят себя еще круче. Потому что это априоли люди, которые сильные, которые обладают силой воли и, несмотря на какие-то сложности и трудности, стали и пошли дальше, невзирая на какие-то ограничения и так далее. Поэтому этот год не станет лучше, чем предыдущий, к сожалению, да, там но он не будет хуже, если вы возьмете себя в руки. То есть, если просто сидеть и жаловаться, соответственно, ну, никогда ничего не придет. А какие бударик для украинцев, сами, для нашей Украины? прогноз на 2022 год? Можно для... так спрогнозовать? Да, я вначале говорила о том, что у нас э, есть же время рождения. Как это вообще угу. делается? Есть время рождения, э, когда подписали закон о создании там, Украины. Я, если честно, могу сейчас ошибаться, потому что я в этом некомпетентна, как эти все моменты называются. Вот. Но э, есть время и дата принятия определенного там, закона, когда Украина стала отдельным государством, или как на рождение было ее. Угу. Вот. И на это время время создается также натальная карта как для человека так и для украины и вот есть натальная карта украины или человека и есть транзитная карта это сейчас же мы с вами даже сидим uh -huh. и вот так планеты двигаются двигаются по небу и с нашими натальными планетами определенные аспекты образуют и вот в начале года и практически э, там до конца августа будет вот работать аспект вот этот луны с сатурном что э, много будут вселять в нас напряжение которое нам не надо абсолютно то есть нас всегда пытались как-то с дороги, да, с нашей сбить, uh -huh. скажем так. Мы идем, идем, все нормально, потом оба опять какая-то ситуация. Вот. Но э, в этом году, в принципе, он год просто стабильный. В него надо зайти, с легкостью его прожить, перекреститься, я называю, и пойти дальше. То есть это тот момент, который финальное завершение будет вот какого-то вот напряженного момента, да, вот напряженных последних лет. А как тут с легкостью зайти, если я чула, что Новый Рик распочинается снова с ретроградного Меркурию. Ну, ретроградный Меркурий у нас идет с 14 января по 2, по 4 февраля. Он угу. будет проходить у нас в Водолея, ретроградный Меркурий. Что хочу сказать? Меркурий это такая планета интересная. Конечно, я сейчас буду опять же давать общие рекомендации, но вы должны понимать, что есть люди, которые рожденные в принципе в ретроградной меркурий и для них, наоборот, когда есть ретроградный Меркурий, у них есть офигенная возможность, то, что они не могут в неретроградной Меркурии, в ретроградной Меркурии реализовать. Вот, допустим, вы родились в период ретроградного Меркурия, да, и у вас не хватает навыков коммуникабельности, построить как-то диалог, выражать свои мысли, да, то есть хромает где-то этот момент. И вот в период ретроградного Меркурия вы, наоборот, можете проявить себя через эти качества. То Прокидаете. есть минус на минус, помню. да, дает плюс. Угу. И наоборот, если людям по большей части нельзя там подписывать какие-то серьезные договоры, потому что Могут быть невнимательны. Меркурий это планета коммуникаций. Э то наоборот, в ретроградный Меркурий это люди, у которых получается все. И подписывать договора, и путешествовать. То есть все эти моменты максимально индивидуальны. Но у нас три периода в этом году. Первый ретроградный Меркурий больше всего будет сложный для Водолеев вообще, потому что он находится в знаке Водолея, и он будет все перекручивать, все как-то переделывать, поэтому э, в особенности не рекомендуется начинать какую-то учебу, классно продолжать учиться. Э, насыщать себя какими-то знаниями, uh -huh. но не начинать. Путешествия, потому что Меркурий это дорога. Может, как я знаю, уже все знают о ретроградном Меркурии, даже скептики, <laughs> потому что ломается техника непроизвольно, выключаются камеры, ломается свет, особенно если вы работаете в этой э, сфере, оно все Ну и начало. в тёмно уроке его было очень много, но должны да. ретроградный Меркурии. Да, у меня даже девочки, э, был, когда вот 4 декабря было затмение солнечное, мне девочки отмечали, говорят, Рита, не работает компьютер, что происходит? Срочно, э, срочно пояснительную группу нам вызывали. Вот. И э, сейчас э, в ретроградной Меркурии просто самое главное э, это быть внимательным. Да? Uh -huh. То есть, э, если мы можно подписывать договора, тут не идет речи э, по возможности, лучше отложить. Но есть же такие ситуации, когда, блин, хочется здесь и сейчас. Поэтому просто наймите людей, у которых ретроградный Меркурий в карте. Oh. Доверьтесь кому-то сплоча, сообща, вы можете сделать правильный шаг но не пытайтесь импульсивно принимать эти решения, потому что они очень часто действуют нам в обред. и э, вот с 14 января до 4 февраля Водолеем вот обязательно надо, надо сакцентировать на этом внимание: с 10 мая по 3 июня близнецам и с 10. Э, сентября по 2 октября это весы. Вот это люди, которым важно просто вот прям максимально уделить на свой Меркурий, на какие-то детали, вот эти моменты такой, ну, внимание угу. акцентировать, да. Что дает нам э, персональный э, натальный гороскоп на рик? Ой, на эту тему я могу разговаривать, мне кажется. Ну, за, я знаю, что сейчас очень модно, и очень много зерок э, звертаются до астрологам, чтобы им сделали натальную карту. Что самое э, э дает? Э, да, слава у я пришла в эту профессию когда это еще не было модно вот поэтому я э, очень люблю именно натальную карту не люблю прогнозы на год э, делаю их но не люблю объясню сейчас почему у нас сейчас достаточно много людей ведомых uh -huh. к сожалению не хочу никого обидеть сразу говорю э, но у нас и э, Ты говоришь, тебя слушают, и потом за тобой идут. Вот как есть блогеры: да, там общественное мнение, и люди за ними идут. Их уже там подкупают, скорее всего, политики, чтобы там за тебя это все так. И вот натальная карта это во-первых вы родились, и в момент, когда вы конкретно появились на свет, небо застопорилось, сделать такую фотографию неба, всяких планет, расположений, и между ними были определенные аспекты, которые сформировали вашу карту, да, и вашу жизнь. Что можно узнать по натальной карте? Самое главное, это как э, не идти за толпой, угу. то есть э, как проявить свою индивидуальность, потому что э, я верю, что у каждого человека есть свой потенциал, и так как сейчас мир интернета очень много разных людей выставляет все на показ, мы непроизвольно себя начинаем вести какому-то определенному идеалу, который вот у большинства людей формируется. Uh -huh. А я верю, что для каждого человека есть свой э, талант у каждого человека, есть, есть свой потенциал, свои способности. И если э, для кого-то счастье в деньгах, то для кого-то счастье просто быть услышанным. То есть все эти моменты, они м -м, важны. И вот натальная карта человека в первую очередь может подвести к человеку, э, человека к тому состоянию, где он будет счастлив. Угу. И то есть тут не важно будет он зарабатывать миллионы долларов или будет Добто, у него... То а, можно а, узнать, какая тебе подходит работа, правильно? Конечно, можно узнать... А какая твоя сферу. миссия на этой земле? Да, да, угу. да. То есть можно узнать сферу деятельности, в которой не то, что ты будешь зарабатывать миллионы, там, где тебе будет комфортно, и твоя зарплата или твоя оплата твоего труда будет тебя устраивать. Это же главное Окей, в жизни. а можно Наталья Карта подсказать, где можно заработать миллионы? Конечно, можно. Супер. Да, то есть, но нужно понимать, что если я сказала, например, что вы можете там зараб заработать в определенной сфере, это не значит, что завтра вы пойдете в ту сферу, устроитесь, и у вас будет эта работа мечты. Нет. К этому нужно прокладывать определенные цели. И вы должны понимать, что через каждое испытание везде нужно проходить для того, чтобы это добиться. Но я раскрываю потенциал. Вы должны... Я показываю человеку его максимум. То есть, куда ему нужно идти в вектор, на да, Оправляют человека, uh -huh. это очень важно. Есть люди, которые слушают и потом через два года мне звонят и говорят, а вы все-таки были права, хотя я тогда уже, когда вас слушала, не верила в это. Uh -huh. Вот, но они взяли себя в руки и пошли дальше. А есть люди, которые послушали, устроились на такую работу, у них не получилось, они думают, да, все, не, не, не работает. Дуже классно, я чула, что натальную карту раскладывают на детей, когда ты не можешь найти спільну мову с дитиною, да, это очень классно, а направить дет ⁇ ну, какие-нибудь напрямок, научения, чем бы ей хотелось заниматься. То есть сама астрология тоже допомагает. Да, это очень классно для родителей. А, объясню почему. Потому что мы все разные люди. И если у нас родился ребенок, это не значит, что мы будем его понимать. вот И у него тоже есть свой характер, свои видения на ситуацию. Это классно, когда они есть. И главное родителям не сломать детей своих, потому что ко мне сейчас очень много приходит, к сожалению, людей, которые пострадали э, после воспитания родителей. Mm -hmm. Почему? Потому что э, все мы судим как-то со своей стороны, и хотя хотим в наших детях увидеть то, что не смогли реализовать, допустим, в себе. Э, возможно, у нас там не было э, какого-то финансового, ну, у наших родителей, да, там не было какой-то финансовой поддержки, и мы на своего мужа не могли выплеснуть агрессию а на ребенка всегда кричали, ребенок это запоминает. И то есть натальная детская карта, она важна для того чтобы родители понимали как нужно обращаться с их ребенком чтобы он вырос здоровым не поломанным человеком да сейчас очень часто слышу фразу что раньше мы обходились без психологов астролога вы нормальными выросли а кто сказал что вы нормальными выросли допустим да то есть у нас у всех есть какие-то свои заморочки если покопаться в голове mm -hmm. то они э, кто-то там из прошлого возможность подросткового школьного возраста поэтому детская карта вот классно до 14 лет там до 13 составляется родителям, потому что можно понимать, э, в какую школу ребенка отдать, в плане какие ему нужны учителя, возможно, ему вообще лучше дистанционное обучение подходит. Э, мы можем понять, какой характер у ребенка, как с ним общаться для того, чтобы он нас слышал, потому что мамам самое главное, чтобы мы сказали, убери за собой, взяли и убрали. Особенно когда это пилитковый век. Поэтому тут очень важный момент найти подход. У каждого человека есть свой такой крючок, да, благодаря астрологии, который можно узнать. Поэтому я считаю, что детские натальные карты очень классные, потому что мы можем понять... Э Допустим, у меня ситуация. Я хотела быть психологом. Но раньше, как ты придешь к родителям и скажешь, я хочу быть психологом, так это не престижно. Начинается вот это. И вот для того, чтобы я сейчас не переучивалась, нужно было просто меня отдать в психологию и все. И вот натальная карта может подсказать, в каком векторе человек достигнет успеха. И вы, как мама, не можете там прийти и сказать, так, я была у астролога, и он мне сказал, что тебе нужно туда. Нет, просто нужно дать ребенку понять, что ему надо, а не давать ему там, говорить, все, экономист, иди там, юрист или mm -hmm. куда-то это направление. Поэтому для родителей очень классное понимание вообще, куда направлять своих детей, как с ними общаться, чтобы они выросли здоровыми и счастливыми. А еще потребно для того, чтобы сделать эту натальную карту? Э, натальная карта делается по дате рождения. Э, обязательно нужно знать время рождения. И сейчас уточню, что если человек не знает своего времени рождения или знает его приблизительно, нужно делать ректификацию. Такое матюкливое слово, угу. которое объясняет восстановление времени. Времени рождения. У астрологии есть прогностика, это прогнозирование событий. И можно, соответственно, сделать назад откат и посмотреть, какие события в жизни были. И вот человек рассказывает мне какие-то свои события, я по этим событиям восстанавливаю всю эту картинку и складываю пазл его до времени рождения. Потому что время рождения влияет на всю картину. У нас есть в астрологии система домов, планеты, аспекты. И даже каких-то 4 минуты может играть роль, что я могу человеку рассказать абсолютно не ту информацию. Угу. Поэтому очень важно знать точное время рождения и город, где находился роддом. То есть у меня даже были клиенты, которые э, там они живут в Украине, они когда-то полетели отдыхать куда-то, вот и мама начала в самолете рожать, приземлили самолет где-то, она родила. И то есть человек абсолютно другая судьба и город рождения также влияет. Вот если там диапазон 800 километров, да, там, uh -huh. например, брать, если Умань и Киев, да, то это не так влияет. А если диапазон, там, например, Львов и Львов и Одесса, допустим, да, то уже какие-то изменения. Это уже по городу рождения, но ну, не глобально как время. Но все равно очень важно знать, где находился ваш роддом. Угу, интересно. Да, буду знать. А какой наибольше наисприятливый найспри, день будет в 2022 году? вообще обожаю дни э, летнего и зимнего солнцестояния в принципе просто mm -hmm. они всегда у меня вызывают кучу эмоций я не знаю как это объяснить но очень много откликается это людям э, вот но если брать в принципе в целом картину на год то я бы советовала более какие-то рисковые такие э, действия принимать ближе к концу лету и уже следующая вот осень начало зимы это классно но э, очень хочется попросить слушателей, чтобы они отследили одну интересную вещь и поняли, нужна ли им, нужны ли им какие-то изменения в жизни или нет. Когда у нас э, на полнолуние э, uh -huh. человеку может быть или хорошо, или плохо. Если мы в полнолуние чувствуем прилив сил, потому что полнолуние это вообще период, когда все очищается, все зачищается, все ненужное отсеивается, работа может какая-то уйти, какие-то друзья. И вот если мы в полнолуние себя чувствуем плохо, uh -huh. это значит, что мы идем по своему пути и нам срочно нужно что-то менять. Это не обязательно бежать к астрологу и спрашивать, что не так. Мы просто должны сами себе не врать и сами для себя понять, что нам важно и нужно в этой жизни. И если вы в полнолуние отслеживаете, что у вас апатия, нет сил никаких, болит голова, какое-то напряжение, не хочется ничего делать, срочно нужно просто наедине с собой побыть и отследить, что я в этой жизни делаю не так. Куда, зачем я куда-то иду, там, где меня не ждут или куда мне не надо. Это очень такой классный сигнал, вот, потому что если вы в полнолуние плещите энергии и наоборот, вот у вас у куча сил, то значит, что вам ничего не страшно. То uh -huh. есть все любые перемены вы можете прожить. А тут полнолуние, все сразу, у меня голова болит, ноги крутят, особенно если в Инстаграме это зайти увидеть все там. Ну well, да, потому что все, кажут, что полный месяц на людей очень вплывает. Мне интересно, кто больше звертается до астролога с дебюшего женки, че человеке, как зараз? Uh, раньше всегда я делала акцент на женщинах. Почему? Потому что женщины у нас, в принципе, слабее. Да, мужчин. И как бы мужчины даже, мне кажется, внутренне не могут себе позволить принять то, что им нужно идти к астрологу. Как бы кто-то будет диктовать мне что, э, что делать? Нет. Но сейчас очень много обращается и мужчин. Конечно, все равно больше женщин. Потому что женщины ищут себя. И э, женщины ищут не то, чтобы просто пойти работать. А они хотят получить удовольствие по жизни. И вот я как астролог могу это удовольствие в женщинах найти. То есть где они могут получать удовольствие? работая на какой работе, могут не на, ну не то что не напрягаться, напрягаться нужно везде, где они будут заниматься тем, что это не на два месяца там, а на всю жизнь, то есть призвание свое, не предназначение, это разные вещи. Вот. А мужчины сейчас начали обращаться ко мне, когда по большей части лично для меня наступил карантин. Вот я это заметила, отследила. Они обращаются по поводу работы очень часто уже начали обращаться по поводу отношений. И тут дело не в том, что скажите, когда у меня будет там брак. Нет. Они конкретно задают вопросы про совместимость с определенными женщинами, потому что я уверена, что сейчас это на таком слуху астрология, Таро и так далее, что женщина уже, наверное, сидит и думает, я посмотрела с тобой совместимость. У нас с тобой вот тут вот такая проблема. И он ищет своего астролога. И думает, вот посмотрю-ка, я совместимость, чтобы понять, врет она uh -huh. мне или нет. вот. И мужчины обращаются и за совместимостью, и темы здоровья смотрят в карте. То есть эм, тут нет такого призыва обращайтесь к астрологу. Нет, но... Если вы понимаете, что есть люди, которые компетентны и могут вам подсказать без каких-либо кризисов, чтобы вы прошли определенный этап, то почему нет? Угу. Вот, поэтому Супер. и мужчинам, и женщинам я всем советую. Но у меня очень много женщин, которые приводят потом своих мужей. Вот, и все остаются, и семейные разборы, и детей потом разбираем, и еще по детским картам можно понять совместимость родителей. Там просто вот так вот все вместе переплетается, очень интересно. Меня затянуло в эту атмосферу, и я до сих пор вот я понимаю, что я сижу, а я рассказываю, и я получаю удовольствие. Хотя я вижу, я вижу. Я ты больше рассказала, что мама занималась лунным календарем. Да, мама, э, э, лунный календарь, бабушка фэншуй там тетя с дядей астрологией занимались, да. Дякую. Это была программа «Кава с молоком». Сегодня у меня в гости гостях була Маргарита Хаматова. Ну а я вам кажу, чао. Зустрінемось рівно за тиждень. Щосуботи. Зранку до Габріели Масанги завітають Селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на YouTube-каналі Київ FM.